Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте. И сегодня я буду играть в новые мини-игры. Вот, мы уже в похожую мини-игру играли. Тут нам нужно, в общем-то, проходить различные испытания. И потом, в общем-то, у кого будет больше всего баллов, тот и выиграет. Поэтому сейчас, я так понимаю, первое наше задание заключается в том, что мы должны всех как-то уничтожать. Ну ладно, я это задание выполнил, и это хорошо. Сейчас начнется новое задание, в котором нам нужно будет пройти, я так понимаю, вот на ту алмазную платформу. И тут еще стрелы рядом со мной летят. А ну-ка, да, я прошел крутяк прямо в последнюю секунду. Если бы я не успел, то я бы просто проиграл. Ух ты! А вот в этом мини-режиме нам нужно просто прыгнуть в бездну. Это было очень легко. Поэтому вот наше новое задание, в котором мы должны выжить и, я так понимаю, не упасть в лаву. Ух ты! Я ее тоже прошел. Это было реально очень легко. Я просто стоял на одном месте и не двигался. Окей, тут какие-то ТНТшки, и я так понимаю, их просто-напросто нужно, в общем-то, поджечь. Я тоже выполнил это задание, и у меня уже получается, знаете, сколько баллов? Целых 5. Это очень круто, ребят. Сейчас нам нужно будет садиться вот на эти сиденья. Да, я успел. Просто пипец. Тут все очень быстро происходит, но, к счастью, я все успеваю делать, и у меня уже 6 баллов. Я нахожусь на первом месте, и надеюсь, мы все-таки сможем выиграть. Вот, я что-то не особо понимаю, что происходит в этой мини-игре, но мы как-то тоже выиграли. Да, что ж такое-то, почему мне так сильно везет? Я вообще не понимаю, но это даже очень хорошо. Ну все, сейчас я точно смогу выиграть. И, кстати, это тот самый мини-режим, который мне очень сильно нравится. Крутяк. Ну все, сейчас я просто обязан победить, поэтому так, осторожненько перепрыгиваем сюда и... Нет, я опять проиграл. Я уже 3 раза подряд не могу выиграть в этой мини-игре, потому что она реально какая-то слишком сложная. Я вообще не понимаю, как в ней можно выиграть. Ну да ладно. Короче, сейчас нам нужно просто-напросто скрафтить верстак. Это довольно просто и понятно, да, почему бы и нет. Я его скрафтил, и того у меня уже 8 баллов. Это очень даже круто. Не понял, а чё мы все летим куда-то? А куда нужно лететь? Ребят, это что-то странное. Нифига себе. Ну ладно, давайте попробуем как можно дальше пролететь. И все, да, я выиграл. И это очень хорошо. Так, тут у нас какой-то мини-режим, в котором нужно кидаться ТНТ-шками и по ходу всех пытаться взорвать. Окей, это в принципе не так-то уж сложно. Самое главное, самому не взорваться. И да, я выполнил это задание. И что же у нас будет сейчас? Тут какая-то одежда, и походу нам нужно одеться прямо как этот чувак. Окей, ну и что же, мы оделись? Нет, мы не успели. Пипец какой-то. Я вроде как все довольно быстро делал, но почему-то не успел. Окей, в этой мини-игре нам всего лишь-то нужно было накопать этот самый уголек, и я с этим заданием очень даже легко справился. На самом-то деле я уже играл в эту игру 1 раз, я думаю, вы все помните, и поэтому мне очень легко получается здесь выигрывать, прям вот как в этом мини-режиме. Мы просто взяли и за секунду выиграли, даже ничего практически не делая. Окей, давайте сейчас выберем какой-нибудь класс, и я так понимаю, сейчас нам нужно будет драться со всеми игроками. У кого будет больше всего убийств, тот и выиграет. Да, я помню эту мини-игру, потому что похожая мини-игра нам уже попадалась. Поэтому давайте постараемся уничтожить как можно больше игроков и, конечно же, попробуем выиграть. Ничего себе, почему на меня все нападают? Это что за фигня? Ну сейчас ты у меня получишь, какашка, на тебе. Сколько же у тебя жизней? Все, отлично, от него я избавился, поэтому сейчас я предлагаю уничтожить также вот этого игрока, который тут
также пытается со всеми разобраться, но как-то у него получается. Нифига себе, он какой хитрый. Вообще офигел. Ну сейчас я тебя отомщу, игрок. А ну-ка, получай, какашка. Да, все, наконец-то. А то он вообще совсем офигел. Пытается тут выиграть, но нет, я ему это не дам сделать. Тут выиграет только один игрок. Это я, нубик в Майнкрафте. Поэтому так, давайте разберемся сейчас вот с этим игроком, который пытается от меня убежать. Нет, у тебя ничего не получится. Получай тебе так, раз и два. Нифига себе, что ж ты такой живучий. Да, все, наконец-то я от него избавился, и меня тоже как-то уничтожили довольно быстро. Остается всего 3 секунды до конца игры, и кто победил? Интересно, походу, ребята, я выиграл. Да, нифига себе, у меня оказалось больше всего баллов, а именно 15, поэтому я вам предлагаю сыграть еще одну игру. Ну, а вот и наша новая карта. Я, по-моему, на ней еще ни разу не играл, поэтому давайте будем пытаться на ней тоже выиграть. Я так понимаю, сейчас нам нужно добыть 5 изумрудов, поэтому давайте прыгаем, и да, все, я все сделал и уже заработал несколько баллов. Это очень круто. Давайте еще на всякий случай возьмем как можно больше изумрудиков, и все, игра закончена, поэтому сейчас начнется новая. И смотрите, тут нам нужно будет, получается, перепрыгивать через вот такие вот лазеры, и это очень круто. Смотрите, я прям как настоящий ниндзя. Вот это реально крутяк. Сейчас постараемся тоже здесь выиграть, потому что игра довольно простая, и да, все, мы все прошли, поэтому сейчас у нас будет новая игра. Не понял, а почему все ходят на шифте? Ну ладно, я тоже буду стоять на шифте и тоже ходить буду. Это какая-то реально странная мини-игра, но мы тоже прошли, крутяк. Окей, что же будет сейчас? Не понял. Все, теперь понял. Тут нужно просто вот так вот аккуратненько спускаться, и кто спустится быстрее всех, тот и, в общем-то, выиграет. Поэтому давайте хоп-хоп-хоп прыгаем вот на этот батут, и да, все, мы прошли и, в общем-то, заработали еще несколько баллов. У меня уже всего 4 балла, и я нахожусь на первом месте. Это круто! Сейчас у нас будет еще одно какое-то испытание, и я чуть не понимаю, что происходит. Хотя нет, понимаю, смотрите, вот это прикольно. Здесь нужно прыгать по блокам, которые потом исчезают. Вау! Это была очень крутая мини-игра, я в нее играл первый раз, и она мне очень сильно понравилась. Да, поэтому хопа-хопа, так, тут нельзя скидывать игроков, поэтому да, все отлично, я дошел до тортика самым первым и заработал еще несколько баллов. Окей, мне довольно-таки хорошо везет в этом мини-режиме. Я как-то, помнится, неделю назад тоже записывал его, и мне тоже очень хорошо везло. Я не знаю, с чем это связано, но это меня очень сильно радует. Поэтому давайте посмотрим, какая же будет следующая игра. А, все, я понял. Тут у нас летят стрелы, которые какие-то очень косые. Смотрите, я просто стою, короче, и они в меня не могут попасть. Правда, мы проиграли, но ничего страшного. Сейчас мы все равно набьем больше всего баллов и выиграем. Я в этом просто 100% уверен. Вот. Я так понимаю, сейчас у нас мини-игра, в которой меня столкнули. Да, отличная мини-игра. На самом-то деле, нет, шучу. Мне она как-то не особо понравилась, потому что мы очень быстро проиграли. А вот наша новая мини-игра, в которой мы должны подстричь 12 овечек. Окей, мы это сделали, и поэтому все у нас будет хорошо. Хотя у меня всего сейчас 8 баллов, а это, ну, прям очень мало, я бы так сказал. Поэтому нам нужно сейчас как-то сосредоточиться
сосредоточиться и уже выиграть, вот. В общем-то, это задание я выполнил, тут нужно было построить верстак, и поэтому оно было очень легким, вот. Сейчас, я так понял, мы полетим в лаву, и самое главное это выжить, да, у нас получилось. Эти мини-игры идут очень как-то быстро, и я вообще ничего не успеваю делать. Окей, сейчас самое главное вовремя сесть на это стулик, и да, отлично, я опять успел это сделать и победил, крутяк. У нас осталось последнее, самое сложное испытание, которое называется Lucky Block PvP. Интересно, а что здесь нужно делать? Походу, нам нужно ломать лаки-блоки, оттуда будут выпадать какие-то вещи, при помощи которых мы должны сражаться. Вот это прикол, конечно. Ну ладно, что же, у меня уже есть оружие, это вот такой вот, короче, лук, поэтому хопа, получай, игрок. Нет, ты меня не сможешь уничтожить, сейчас я тебя застрелю. Прикольно, конечно, мне попался лук, правда, у меня осталось одно хп, потому что за мной кто-то бежит и меня пытаются уничтожить. Нет, только не это. Но это было как-то вообще нечестно, потому что у меня был только лук, а у них и броня, и оружие, и все остальное. Вот. Поэтому на этом я уже буду заканчивать. Во второй игре нам не получилось выиграть, потому что мы набрали очень мало баллов. Но ничего страшного. Думаю, я еще когда-нибудь вернусь в этот мини-режим и покажу всем, как надо играть. Поэтому, если вам понравился этот ролик, то не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. И с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!